понимаешь, что ты в конце этого рода можешь сейчас обнаружить себя в достаточно затруднительной ситуации, потому что как будто уже все сказано, да, было. И вот это было. И вот это было. И ты уже пришла сюда. Да, уже все есть. А теперь нам нужно еще вдруг после этого. Так, как будто вот до сих пор у меня были такие гурме гармонические, а теперь ну, мне фа-мажор, что мне будем делать? Значит, ты себя как-то должна чем-то вот тут. Еще по-разному, да, этот щебет? Обязательно нужно зацепить бас, да, ты без этого баса не обойдешься. И он один на два такта сейчас, по ощущению. Вот первый бас ты дала, и в нем уже продолжаешь. И в нем не было, знаешь, такого, ну, едва уловимого запаха рубата. Это было такое рубатище. Вот это чуть-чуть намёк на рубата. Да. Теперь смотри, что прозвучало. Тут, видишь, вот эти соединения сейчас на краях, вот они. Тут баланс сохранялся между двумя руками. Понимаешь, когда сыграют два такта вместе. Thank you.
Излишняя физическая активность, ты много лишнего делаешь. Теперь вот этот цвет остался, теперь под него. Да, вот оно зависло, что там как облачко. Выключим, потому что ничего не слышно.